Всем привет! Сегодня у нас будет интересный тест интересного героя. Это будет вот такой вот ворожай с ожогом. Ожог на нем не блокируется райсиком, потому что у него стоит иммун. Десятый скилл наносит урон. Также замедляет, снижает скорость передвижения, снижает скорость лечения, эффект лечения сам. Хилит своих четырех союзников, увеличивает ихнюю атаку, имеет иммунитет к молчанию и бедствию. То есть это офигенный герой, который должен быть на каждом аккаунте вкачан в потолок. Вот такая у нас сборочка будет, ожог, стоит карасик. Такие вот у него атрибуты. Атака 10500, не маленькая. Жизни, конечно, у него мало, 171 тысяча, это ни о чем. Плюс бонусами у нас получилось 123, но у нас еще есть 20% от психощита. Рунами у нас стоит психощит, чтобы по максимуму блокировать. Сам по себе ожог дает 50% наполненную невосприимчивость к атаке. То есть это удар, либо скилл. Единственный минус данного таланта, вот как и огненки, он блокируется райсиком. Ну, у героя есть иммун. В кубке будет стоять, снаряжениями на нем стоит доспех. Это один из топовых чар для героев, плюс 25% жизни. Также наносит 100% урона вокруг героя. Очень довольно-таки неплохие для него чары. Был победный выпад. Честно говоря, проседает урона. Чем больше урона, тут больше надо выживаемость данному герою. Поэтому такая сборочка. В созвездиях он собран на уклонение, 5 уклонений плюс крит. Это стандарт, который я стараюсь ролить практически всем героям, потому что 6 уклонений, это особо там разницы вы не увидите. Так, сейчас я заберу питомцев. Где его использовать? Очень вот такая вот сборочка, очень эффективная. В PvP локациях начал использовать его против Фрей, потому что обычно Некроса с каменкой там либо с другими талантиками, с огненкой, очень Фрея быстро сливает. А вот такая вот сборка дает возможность более, скажем так, увеличивает шанс выживания, потому что против Фреи реально очень сложно бороться, там просто нереальный дамаг, она за 2-3 плюшки просто сносит любого героя. А так как он имеет свойство очень быстро отхиливаться и отхиливать союзников, при ожоге плюс психощит его очень сложно завалить, то есть он быстрее отхиливается, чем сливается. Так, ну давайте потестируем его где-то вот здесь. Смотрим. Ну, как видите, стрелок его атакует, но не особо там быстро сливает. То есть если сравнивать там с другими, вот 270, сравнивать с другими ворожаями, то именно такая сборка, она более выживаемая получается. Давайте тут потестим. Хотелось бы сейчас Фрейю найти для теста. Но пока только стрелки, как видите. Сейчас попробуем Некроса зарядить. Вот смотрите, Некрос ударил. Ему пофиг вообще. Вот прилетело нормально. Вот только слил с третьей плюшки. Вот уже это уже Фрея включилась. Там, скорее всего, у нас Фрея долбанула. Так. Вот тут вот Фрея есть. Может, достанем до нее. Видите, вблизи юнитов сливает. Там стрелок нас атакует. Плюс у нас не стоит слоник. И мы все равно, смотрите, как его жизнь не особо проседает. Можно поставить другого и видите разницу сразу. Ну, в принципе, вы сами видите разницу у себя на аккаунте, если прокачаете. То есть в плане выживаемости ожог все-таки на нем получше, чем каменка будет.
Ну, урон проскакивает. Тут Фрея ударила. Только со второго скилла она попала. Так, хорошо. Давайте еще потестим. Его можно использовать везде, где вы используете ворожая. В такой сборочке он ничем не уступает каменке, даже имеет свои преимущества. Мне он сейчас основной, это он, я больше его использую, чем с каменкой. Особенно в королевской битве. Может, у нас там сейчас будет у кого алтари отбить. Сейчас посмотрим. Так, лабиринт, это немножко не то. Королевская битва. Вот есть алтарь, можно отбить. А вот он у меня стоит в этой пачке. Может, там посмотрим сейчас. Ну, 30-й алтарь. Может, Фрея. Вот, есть Фрея. Так, смотрим. Вот видите, по нем больше миссы идут. Чем если поставим обычного сейчас. У меня тут питомцы, конечно, не выставлены. Я руны на героях. Я хочу, чтобы Фрея именно по нем начала бить. Вот мисс прошел. Еще раз мисс. То есть в чем плюс? Его реально сложнее убить. Вот Фрея попадает. Видите, 2 удара, 3 удара, 4 удара. Вот в чем плюс именно ожога. Вот смотрите, сколько Фрея по нем сейчас долбит. Она до сих пор его еще не слила. Вот. Делаете, в принципе, выводы, какой ворожай на сегодня топовый. Вот смотрите, он до сих пор живой. Вот опять мисс. То есть такая сборочка. Ожог плюс психощит реально топовая на сегодня. Думаю, у всех есть проблемы с фреями. Их, они реально вот только спустя минуту 10 она смогла осилить и слить его. У многих проблемы, потому что против нее реально ничего не помогает, но вот именно такой ворожай увеличивает ваши шансы на победу. Так. Ладно, демона бить не будем. Сейчас мы соберем героев обратно с ожогом. И увидите, как работают герои именно с ожогом. Так, этот собран. Питомцы реально очень много сейчас играют. Так, второй тоже собран. Ворожай у нас собран. 3. Кто там у нас еще? Так. Фрея. И, по-моему, Бигфут с ожогом тоже стоит. На
На него мы поставим ангела. Вроде собраны, побежали, потестируем. Вот смотрите, опять Фрейя начинает его долбить. Вот, мисс, 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 он себя отхилил за это время. Вот вам плюс очень большой. Сразу заметна разницу, да? Если там с каменкой мы поставим, да, он будет тоже топовый. Ну вот, все-таки слила, конечно. Надо немножко расстановочку поменять. Тут, конечно, лучше поставить этого Некроса сюда, но я что-то последнее время трешу и без Некроса. То есть вот именно такая сборка, чем хороша, что по нем практически, даже если попадают, то фигню сносят. Бигфута сносит Фрейя, смотрите, раз, два, тоже на Бигфуте стоит ожог. Все-таки снесла. Надо сюда ставить своего Некроса. Реально очень-очень сложно воевать. Ну, сейчас мы его ворожея сольем. Ну, и дальше сейчас по одному герою посливаем. То есть всю погоду сейчас играет Фрейя. Против Фрейи надо собирать героев. Со всего, что у нас есть, это реально спасет только ожог, психощит. И то не навсегда, а на некоторое время. Видите? Ворожай выстоял благополучно. Все, досливаем просто Некроса. Вот топовая сборочка. Героев 5 ожогов. Можно, конечно, Бигфута не ставить, от него толку мало. Максимальная вместимость. Так, ну давайте еще на арене потестируем. Вот эта сборочка. Бигфут. Ворожей. Так, есть Рину, есть. И Фрейю поставим. Вот на нее... Тоже хочу еще выловить. Так, ну тут все понятно. Хочу на Фрейю выловить. Ожог тоже на ней неплохо должен смотреться. Так, есть следующий. На арене он тоже неплохо заходит. Правда, топов нету, чтобы на ком-то интересно потестировать. Повелитель бури скоро будет тоже на 12 возможность перевести его, но... честно скажу, ему чем больше урона, там понижение будет у него повышенное. Не особо это очень хорошо, потому что он будет еще сильнее сливаться. Еще быстрее сливаться на любой отражалке. У него и так урона немерено. Да, что-то пока нету топов здесь. Ну, тут, конечно, повелитель бури трешует. Там с руки урон по миллиону. Жесть просто. Так, 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 так. Давайте в экспедиции его потестируем. На атаке фортов, кто смотрел, реально тоже очень кайфово смотрится такая сборочка. Опять же, против той же Фрейи спасает. Сейчас дойдем до героев, посмотрим. Герои, конечно, тут не особо прокачанные. Ну,
Ладно, давайте не тратить время. Перезайдем. Сразу сюда пустим. Так, тыковка и арасик. Вот тыква разгоняет. Посмотрите, сколько по нем миссов. Это он не собран в свитке. Вот только, только разогнала на максимум, только тогда его слили. Герой не собран на уклонение. В смысле, не стоит слоник, не стоит меч молнии. В принципе, вот такая вот сборочка. Я не знаю, давайте еще в забытую заскочим. Так, вот он у меня стоит в этой пачке. Фрея против Фреи. Огненные доспехи, конечно, против Фреи очень хорошо спасают. Вот у нас есть Арасик. Он нас блокнул. Ну, смотрите на Варжее. Если там остальных героев посливали уже практически, Варжея у нас до сих пор сидит с фулл хп практически. Ну, без проблем. Череп у нас остался. Череп против черепа. Против малыша Ника. Ну, череп тут ничего не сделает. Тут отхила больше, чем он дамажит. Вот видите вражеского. Ворожея просто без проблем слили с двух тычек. Сейчас посмотрим. Может, наш попадет на Фрею. Нет, тут, конечно, герои послабее, чем мои. Я уже жду, когда они уже здесь сделают запоминалку для рун и прочего. Так. Ну, давай тебя посмотрим. Может, тут Фрея есть. Не везет нам, ребята. Блин, а так хочется Фрею встретить. Да, повелитель бури, конечно, тоже крутой. Первым станет, все это жесть. Ну, тут мы без проблем тоже сейчас с Анубисом справимся. Ну, в общем, не знаю. Вы увидели все сами, делаете выводы. И реально, это самый на сегодня со всех, что у меня есть, имбовый и топовый. Потому что он выдерживает урон от Фреи и реально спасает пачку. Поэтому тут даже думать нечего. Если у вас есть лишний ожог, обязательно ставьте там вторым талантом ворожея, либо качайте нового с ожогом на сегодня. В принципе, для него это очень офигенный талант. Наверное, один из топовых. Он и Каменка. Каменка по-своему хороша, но когда появилась у нас Фрея, просто, просто все печально стало. Сносит всех героев. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делайте репостики. Показывайте видосики другим, пусть смотрят. Может, что-то для себя новое увидят. Всем пока.